Мы ее начали демонтировать, она начала осыпаться. Борта гнилые. Договорились с теми людьми, которые демонтируют. И здесь будем делать, ну, надеемся, там, в дальнейшем, уже спортивную детскую площадку. То есть, а хоккейный как далеко отсюда? Хоккейную сделал недалеко. Здесь рядышком вот, 66-я школа. Наш клуб посещает 10 микрорайонов и площадки. Также близлежащий поселок, население детей стали 18 человек. До ремонта клуб посещало примерно 150-170 человек. После капитального ремонта мы планируем увеличивать план по плану 300 человек. Плюс внебюджетные будут тренирования клубные, где-то 100 человек. Это наш большой самый зал спортивный, он многофункциональный. Здесь будут проходить занятия по кроссфиту, ОФФ, также ГТО. Это у нас... то, что было, да? Да, то, что было. Вы нас... также планируете здесь спортивную часть делать? Здесь будет немножко другая направленность. Здесь видите, больше силовая часть, а мы сделаем более гимнастическую, более спортивную, обновленную. Здесь также у нас репетирует наш танцевальный коллектив, он называется «Форсаж». Они лауреаты, чемпионы международных конкурсов, также городских этапов созвездия. Здесь планируется их также репетиция. И а сколько у вас тренировок или там? На сегодня у нас по штату 4 тренера-преподавателя, 4 совместителя, непосредственно одна из детей, я руководитель педагогического коллектива, у меня 7 детей. На сегодня мы тоже работаем. Да, но мы пока на базе дворца культуры юности, а так мы функционируем и работаем. Да, по время работы. Да, хореографии там у нас большие. Очень важно, не зря в советское время докладывал такие вещи. На целый микрорайон, подростковый клуб, тем более далеко от города, будем заниматься детям школьное образование. И хореография, и спортивные, и кружки по интересам. Новое направление. Здорово, что на этой площадке появятся условия для детей, достойные Казани, достойные центра. Мы патриоты. Площадки мы будем здесь поднимать. Давайте. Все есть для этого. Да. И давайте в Дню защиты детей, 1 июня, завершим подростковый клуб и детскую спортивную площадку, чтобы хозяйка есть, порядка 300, если посещений. Детей, а со спортивной площадкой увеличится, да. 18 тысяч населения. Сделаем Дню защиты детей, хороший подарок. Восстановим детский клуб и построим новую спортивную площадку и детскую площадку.